А в каком же случае, типа, YouTube не банит, если музыка есть? Сейчас уже не знаю. Раньше с Epidemic Sound не банил. Раньше шо? С Epidemic Sound не банил. Сейчас уже банят. Я так понимаю, типа трека должно быть прозвучать больше определенного количества секунд, чтобы это забанили. Или вообще нельзя даже кусочки. Я думаю, даже кусочки там были. А как Ну, же не, ну там всякие по-любому же. эдиты делают же разные. Потому что их добавляют там. Там в Ютубе можно добавить в белый список, понял? И каналы. Если этот канал использует твою музыку, ему не прилетает авторское право. Если этот канал не добавлен, то прилетает авторское право. Точно так же, что там какие-то блогеры вставляют очень популярные музыки. Значит, они добазарились с владельцем песни. И он добавил белый список. Ну да, если ты включаешь целый плейлист, блядь, из Spotify, ты, блядь, пиздец. Отписать, прикинь. У меня батя выставлял на YouTube так когда-то. Взял подписку на Epidemic Sound, там что за 6 баксов. Ну. И делал нарезки, ну, потом на 2 часа. Там тоже нормально. По чуть-чуть капало на ютубчик. Потому что много кто в кафешках, в ресторанах, там, в каких-то магазинах просто включают эти нарезки Ну двухчасовые. да. И она просто крутится нон-стопом. Начало неплохое, кстати. Ну да, на YouTube такое. Меня единственное смущает, типа, вот это она более динамичная, чем остальные игры, и будто бы кадров меньше. Она пикселится, короче, пикселизируется. Добра ніч. Да, добра ніч. Давай. Тихо. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Поехали. Нет. Я выбью. Блять, ты. Я не Ты меня выбрал. испугал. Да я смотрю, что ты уже едешь, думаю, блять, как-то. Я не понял, что мне делать. Блять, я бустнул. Я один. Все, я не знаю, что я делаю. Блять. Я спешу быстро. Выбери второй.
Есть? Ну такое. Ну такое. Ну Выходит. типа дефолтный гол. Выходит. Нету буста. Кину по приколу. Или ее и протолкнул. Чел без буста. Он не нужен. Да. Я не попал. Я накинул. Я выбил. Ух ты, блядь. Даже не знаю, выбил. Станет. У меня тоже. Ударю подальше. Да, пинч не получился. Хорош. Найс! И что думаешь? Типа нон-стопом снимать или... Да, думаю, да. А, сразу присоединяемся? Там челы тоже сдались? Раздались, наверное, да. Что-то мне подсказывает, что в этот раз, типа, тоже какая-то хуйня будет. Я узнаю это только, когда начну просматривать. Такой кофе еще не видел. Ух ты. Почти. Аж. Ебать, я накрутил там. Окей. 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 No problem. Ворота летит. И гол. Окей. Окей. Слева от тебя. Ты смотри, какие. Кому?
команда Никита играет жестко. Это не. Неплохо. О, нормально. Хоть попал. У меня нет буста. Сука. Выглядело опасно. Да-да-да, там что-то около флип-ресета что-то было. Он же вроде... Вот такой, как нет. Тебе? Блядь. Это фора. Да, ну, на YouTube же контент нужен, Рю. А не просто какую-то хуйню. Вот так, да? Угу. Вот это контент поближе. Сейчас будет, или? Поближе к нашим воротам и пинч. Если бы второй поехал, я думаю, там бы уже все. Блять. Угу. Дал? Ой. Хорош. Личный пас. Ебать, еще и задом ты его там. Я заберу буст домашний. Выбирай лучше. Ой-ой-ой, от земли. А если б сильнее... Блядский хуй. Не-не-не, заебал. Ну, мне кажется, этот чел клоус, чтоб скоро освоить это все дело. Угу. Убили. Кто плюс-минус правильно он выстраивает. Я выбью. Я это наебал, Серёх. Блядь, да очень плохо, что ты наебал. Пиздец. Но мне казалось, что я могу, а потом, когда она отскочила, я понял, что я точно не женю. Ну опять же, контент. Угу. Подожди, а мы же уже первую выиграли? Да. Бля. Блять, что за пиздец? Как я так проехал, я не понимаю, что я, блядь, сделал. Чё, блядь? Да. Нет. Пиздец. У нас на турнирной какое-то проклятие.
не попал. Ё-моё. Это был бы еще один. Танцуют все. Что-то кек. Бля, не успели. Что? Не второй шанс. А так. Вдруг? Да, ну ты ж. Unreal, Unreal. А там 10 минут всё, да? Не, подожди, больше. 20? 15? Anyway, Unreal. Веке, веке. Зато первое после турнира по дефолту мы выиграли. А сейчас подумал, мы такую хуйню проебали, там такие голы. Там, где я выбью, я наебал. И там, где я мимо мяча просто проехал. Блять, это было бы красиво. Блять, что за хуйня какая-то. Дал об стенку. Найс. Хорош. Не прыгнул, не понял. Это странно произошло. Нормально. Наконец-то я понял, где может пригодиться эта фраза.
Ля-ля-ля-ля, растолкали. Хорош. Добился странно. Джоп. 4-1 дефолтный. Дефолтная игра после турнира. Проебанного. Это они в тильте вышли, я так понимаю? Поссорились, дисбанд. О, так ты уже этот, алмаз? В натуре? Ну да. Ты вчера апнул? Хорош. Блядский пиздец. Гол? Не нужен. Найс. Ой-ой-ой. Давай. Ну ладно. Что это за машина? Машина у него, пиздец. Бэтмобиль, блядь. Ой-ой-ой, вот оно. Ты фрапсил? Да. Наконец-то.
Блять, я хуйню сделал. Пизда. Хотел двойной прыжок нажать, и в итоге, сука, сальто назад сделал. Забываю стик отпустить вовремя. Иди нахуй. Ух ты. Я продолжил. А теперь камбэк. Yes. Может еще один? Да хватит, я думаю. Да ну как ты меня бампаешь, сука? Ну или еще один нормально будет. Такой же и камбэкнуть, блин, интересно будет. А то 4-1 как-то. Придурки. Ух ты, блядь. Данечка. Ты как сюда, блядь, вошел? Беззвучно. А, блядь. Аж запись. Ха-ха-ха. Люблю тебя, Данечка. Я люблю тебя. Взаимное. Так, если будете брать на некто, то, пожалуйста, записывайтесь на любой. А ты что, ты ненадолго? Не, я сейчас ухожу. Так а нахуй ты зашел? Ну, предупредить. Не проебались, как вчера. И сразу загрузочку на YouTube и ссылочку. Так, там открытый доступ. Там уже видос по Валоранту. Ну, на Ютубе. Там ссылочку не надо. А. Ну, я просто подписывайся на канал. Я вчера смотрел перед сам последнюю карту с турнира. Мы уже залили. Все кричали, Даня, молодец! И я взял руку, так... В руку взял так писюнчик и такой, да. Дрочишь, да? Это где у нас плетек? Да. Красава. Там этот. Я уже залил нашу игру сегодня с турнира. С плей-офф. А, блять, а что, реально не было сетки лузеров? Да. Тебе уже Кугент рассказал, да? Ага. Да я же написал, я зашел. Думаю, сейчас зайду, гляну, что там типа у вас. Какая игра идет. Смотрю, вообще там Макс в КС 1.6, блять. Денис какую-то хуйню играет. Думаю, что такое, что за хуйню? Передумали. Радик не пришел, подвелся. За Радик. В итоге... Оказалось, что вы одну ебанули и все, да? А да. Какой счет? 13-9. О, ну вы еще нихуёво сыграли? Это при том, что минимум 4 можно надо было отыграть. Минимум. Не. Минимум 4 надо было отыграть? Не, это если ты 4 победы делаешь. Ага. То ты типа выигрываешь, просто 4 игры. Если 4 игры выигрываешь, то ты получаешь типа как первое место? Ну да. Даже не 4, раз, два. Там даже 3 было. И у тебя поинты забираешь, да? Че что там дают за первое место? Ну пусть хуйню дают. Это че? О, заешь. Ой, сори. Ты их хранишь? Оставь на память. Что-то количество голов такое, будто бы чуть-чуть не успеваем. Отстаем от графика. Пинч. Да. Можем вместе поставить. Сейчас. А где мои тапки? Капцы. Бич. Где мои капцы? Сейчас дай постю. Можно поставить. Порядок, красота, мне нравится. Одобряю. Блять. Тёма, ну давай уже заходить. Куда? Там мы в Rocket League играем. А-а-а. Понял. А, не, ну я понял, понял. Ты все равно уходишь, кажется. Уходи. Ну я, может, на начале попросил. Уходи, уходи.
Давайте сегодня Илюша это сделает. Сделает, конечно. Илья. Надо что-то придумать, типа, интересно. Ну я предлагал тебе, можно и рулетку раскручивать, что выпадает. Если тебя кто-то вкидывает фразу, и ты обязан ее сказать. Вот. Можно придумать. Илюха, Макс, Ваня. Ну даже так неплохо получилось. Можно, я на работу пошел. Все равно все. Самое главное, это чтобы собеседник интересный попался. Ну да. С которого получится контент насосать. А не какая-то, блядь. Одесситка на 2 часа. Ну, с ней что-то тоже там пару каких-то моментов было. Влюблённость там была. Что? Там была влюблённость. Да, прикрытие. Мне только её английский понравился. Ну и деньга на карту. Палтос, блядь, кинь. Блядь, Илюха. Вот так вот. Я тебя тренирую, чё, ты же не понял. Спасибо. Должен тебе быть готовым. Что тебя так перекинуть? Ты ж не зря швейцаром стал после этого, правильно? Ну, кстати, да, по сути. Ну, если б не... Бля, кем бы я еще мог стать? Да я знаю, что тапки мне еще, кофта надо. Блять, не идет у меня. Я б стал бы достоинством Артема, еще мог бы стать. Да не мог. Там бы была твоя фотка со спермой на лице. Класс. Или твоя фотка с соседом за руку. Был сегодня сосед? Вчера был. Сегодня жена уже приехала. А, кстати, с Надеждой встречался? Бля, Тёма опять в 30 FPS загрузил. Бля, я забыл. Ну так, а может у меня просто записывают? Ну что, там прям сильно критично? Да, ну смотреть можно, но типа... Такое. Вроде бы доебался. Я думаю, чё у меня этот трек ассоциируется с CS 1.6? Я вспомнил, что я малой когда-то спиздил в это видос. Тогда ещё YouTube особо не был популярен. Выложил его где-то, и он стал популярным. А я типа написал, что это я сделал. Ооо. Я тоже такой чудик. Так это ж типа... Я курю, и мне похуй. Я бухаю, и мне похуй. А мне похуй. По прикол. Дядя на грузалке, дядя сидя. Чтобы трахнуться. А. Я уже. У меня в сорсе стояла фотка рисованная Бэтмена и Джокера там. Типа мимишная такая, и тёлка писала, откуда это я рисую. Mm-hmm. Она такая, бля, нарисуй мне, пожалуйста, тоже такой. Ну и все, и это было то же самое, что я, блядь, на аудио 6-м. Сейчас подъеду. А чё на чёрном? А чё на чёрном? А ладно, похуй. Это злая машина. Очень перекрашу. Да нет, это шутка была. Не, на чёрном, наверное. Чё не белый? Да, я плохо поставил. Интересно, типа, надо было и сказать, что типа у меня там только в битке надо твои фулл карточки данные, то есть там этот и номер банка. Да не, я боюсь. Ну ладно, на. Ну да, ладно, номер банка скажи. Один номер, как номер банка узнать? Ну сзади вот это. Инстаграм, да не, Инстаграм я боюсь, да, лучше карту. На лучше, да, карту. Инстаграм боюсь, на номер телефона, ебать охуенно. Да, получить карточку Альберта было бы неплохо. Там без лимита. В новостях, о чем показывает. СБУ залетает. Борис этот Джонсон стоит. Джонсонюк улетает, ты шо, пидор. Зеленский пришел, там такой кипишный. Карточка Альберта, где? Удаляй. Джонсон стоит, да. Киндер вчера размочился жестко. Тебе дали номер карточки Альберта, и ты себе взял бы
Бонуску взял. Взял бы себе аудио, шестой и поехал за нами. Да я сейчас умножу. Сейчас если два аудио. Мне надо аудио и мерс еще. И вдруг Альберт стал бедным. Братан, так кредит возьми. Онлайн. Совет в 3 часа ночи. Но он так посоветовал, будто он уже не раз, в принципе, брал. Типа шарит. Ответственный был парень. Mm-hmm. Он прям сразу, ну так нельзя, девушка ждет. Ну как он мне там насыпал? Если она тебя действительно любит, она поймет. Приди с цветами. Такой же ж. Приди с цветами и с драпом. Драп. Драпануть. У нас с тобой думают по общему. Мы оба любим драпануть. Драпануть, это такой накидочку должен сейвить. А? Вот такую накидочку должен тоже сейвить. Я понял. Ну ты посмотришь потом на ютубе, что я там должен сейвить. А папочки будут на ютубе? Думаю, да. Разделеночка. Там пока нет столько контента, чтобы его разделить на папочки. Смотри пока все подряд. Да это ж только начало. Надо думать о будущем. Будем записывать видео, как мистер Бист придет себе через 5 лет. Когда? Все, это восстание. Это восстание склада, парень. Это сейчас пилится контент на общий канал, потом уже каждый из нас станет индивидуальностью, и потом склад, и потом... Ой-ой-ой. Совместные стримы, бля. Так, сори, Хандалуза. Будет посасывать. Даня нам весь фокус сбил. А там уже в этом, в HD качестве залилось? Что это, Антурик? Так, Ваня, а что ты смеялся, когда я лежал в этом в сарае? Бля. Что ты смеялся, когда я в сарае лежал на последней карте? Я не помню ситуацию. Наверное, потому что ты крысил, как сука, последняя. Да я АФК отошел и лег в сарайчике. Ваня переключает на меня и начинает встыкаться. Что он делает? Что он делает? На сколько ты на этой ситуации? А? На какой минуте это было? Ой, это где-то середина игры. Я там оставлю в комментариях код. Тайм-код. Кукент тайм-код на Ace оставил. На 48 досмотров, парень, куда? А? Нет, на моем видосе 6 игра по БГ. Да, то это я вчера 40 раз пересматривал. Я что-то, если честно, верю в это. А я не подписался, вот это я бы... Охуел, блядь. Выйди с Дискорда. Всё. Зайдёшь, когда подпишешь. Я подписан. Я подписан. Пример плей-офф Аскент. 1 час назад. А что такое Blazing Sails? Sea of Thieves, PUBG, море. Охуенная игрушка. Да? Угу. Тоже с квадами. Она бесплатная была. Ты проебал все в свои части. Ну тогда не зашел чисто посмотреть на себя на ютубе, понял? Когда? Ну, там на ютубе куча видосов, ты зашел чисто посмотреть, как ты туп один взял. А, ну да, я же не слышал, что было за кадром. У меня-то были только трясущиеся руки и... Почти всегда ты жил до конца, Даня. Да, меня там нету больше. Ну и хорошо, мне все равно не нравится мой голос отрочительный. Ну я еще залью, Даня, там видос с PUBG, я же...
Блядь. Не могу смотреть видосы с собой, у меня кринж какой-то. Да все так. Каждый заходит и говорит это. Кроме Илюхи. Илюхи, как обычно, похуй на все. А Илюха держит в руках. Я 15 лет играл в CS, а не 6 30 FPS, не похуй. 15 лет? Угу. С рождения, я хуярю. Я с ботами играл долго. И тут тоже разговаривал, а я еще помню, блядь, как я умолял купить мне микрофон, потому что я думал, что если я буду в микрофон говорить, боты будут понимать меня. И не надо будет нажимать на кнопках, типа, вот это, cover me. Илюх, пиздец, Илюх, ты это пиздец. Я его наебал просто, как бог нахуй. Я думал, ты не справишься. Ну да. Бля. Я должен был уже это продолжить. Не удержался. Ну, Илюха контент-мейкер, пиздец. Я вам говорю. 48 просмотров реально на последнем. Его посмотрели больше всего. Твою победу? Да. Тёма, а что же он будет делать? Что же он будет делать? Он что, пойдет через зону? Там же два тика. Восьмая зона. Выучил рефран. Он даже без бустов. И тут выскакивает мужчина и тра-та-та-та-та. Лак. Вак. Я понял. Понял настрой? Да. Илюха уже челюсть разминает, артикуляция. Что он говорит? Нига? Нида? Нина? Нина. Да. Антелюш. Спасибо, я старался. А что ты стримишь Drum and Bass? Мы с Илюхой слушаем музыку, пока играем в Rocket League. Я хочу Rocket League посмотреть. Я залью на YouTube. Посмотришь? Все, я понял. И там будешь и ты. Ты теперь такие разговоры теперь будут. Отдай стрим. Да на ютубе потом. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, хлопчики. Давай, пока. Вечера. Давай. Все, всем пока. Блять, аж стол подвинул. Пытался достать, ногой дернул. Блять, я буст не взял, у меня 0 буста. Да ёб вашу мать. Отличная сессия. Ну, нет.